21 июня 41 года миллионы советских школьников получили аттестаты. Они думали, что впереди целая жизнь, оказалась целая война. Из того поколения 18-летних, кто ушел с первым призывом, домой вернулись единицы. Один из них – Иван Иванович Горбенко. И он сегодня в нашем зале. Иван Иванович, с Днем Победы вас! Иван Иванович прошел всю войну. Под Ржевом был единственным, кто уцелел, когда его разведгруппа попала под шквальный огонь противника. В бою под Великими Луками он вышел из блиндажа за считанные секунды до того, как в этот блиндаж попала бомба и погибли 18 его сослуживцев. Иван Горбенко прошел Курскую дугу, бои в Белоруссии и Польше, участвовал в битве за Кёнигсберг и Берлинской наступательной операции. А 24 июня 1945-го простой парень с Полтавщины стоял в почетном строю на Красной площади на том самом легендарном Параде Победы. Из всех одноклассников Ивана Горбенко с войны вернулись только трое. Прощальный бал, музыки круговорот, танго-оркестр играл, шел 41-й год. Кружишься в танце ты, бывший 10-й А. Завтра твои мечты перечеркнет война. Прощай, прощай, прощай. Детство с чистыми глазами. Прощай, прощай, прощай. Впереди войны экзамен, и не сдать его нельзя. За отечество в ответе добровольцами на фронт. Мы уходим на рассвете добровольцами на фронт. Мы уходим на рассвете. Утром уйдя в туман, доблестны выбрав путь, мы не считали ран, не береглись от пуль. Милых недолюбив, песен не дописав, родину заслонив, падали в зелень трав. Прощай, 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 мой ровесник, мой товарищ. Прощай, прощай, прощай. Мы уходим в дым пожарищ, над тобой роняя груз. Словно мама плачет ива, на Рейхстаге я клянусь. Мы твое напишем имя, на Рейхстаге я клянусь. Мы твое напишем имя. Отполыхал закат, утро весны восход. Мимо садов и хат шел 45-й год. Где ты, 10-й А? Памятной той весной из 20 ребят лишь трое пришли домой.
салют в полнеба. Вот и кончилась война. С днем рождения, победа. Вот и кончилась война. С днем рождения.